А если вы также хотите получить абсолютно на халяву хьюдж-пэтов, как вот эти вот челики, то тебе нужно просто подписаться на мой канал, поставить лайк на это видео и написать абсолютно любой комментарий. Но главное, чтобы в твоем комменте был твой ник от Roblox, чтобы я тебе через почтовый ящик мог отдать твоего хьюдж-питомца. Ну а также, ребята, подписочка проверяется, поэтому обязательно подписывайтесь на канал. Я вам желаю удачи и приятнейшего вам. Если вы давно хотели купить робуксы, то вам на сайт Robux 500. Тут вы всегда сможете купить робуксы по низким ценам. Выдача осуществляется через группу или с помощью метода трансфер. А также у Robux 500 часто проходят различные розыгрыши и акции. Ссылку на Robux 500 я оставлю в закрепленном комментарии. Удачных вам покупок. Всем привет, ребята, с вами как всегда Цезарь, и добро пожаловать в Pet Simulator X. В Roblox сейчас суббота, 20:00 по МСК, и вышло новое обновление. Я еле-еле зашел на сервак, потому что у нас проблемы с Роблоксом, Роблоксу плохо. Поэтому можно только ждать, пока Roblox снова нормально будет работать. Короче, плохо работают сервера, плохо грузит, бывает вообще не грузит. Ну, в общем, я смог зайти. Что у нас добавилось? Новый секретный питомец. То есть теперь у нас не Doodle Parrot, что-то другое будет. Также амбарное яйцо, амбарная комната, секретная комната. Также амбарный огромный сундук, Doodle Hoverboard. Также еще новый FreeGifts Mastery, неон эксклюзивный питомец, багфиксис, ну и следующее обновление на следующей неделе. Так, во-первых, кстати-ка, давайте сразу же, ребята, прямо сейчас, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайкосики, напишите комментарии, как вам новое обновление. Посмотрим, что сейчас за обновка, но она такая, знаете, не особо обширная на самом деле, мне кажется, следующая будет получше. И обязательно участвуйте в розыгрыше на хугов, вот, там лайкосик, подписочек, комментарий с вашим ником от Роблокса. Чем больше комментов, тем больше шансов на победу, естественно. Так, давайте посмотрим, что у нас добавилось на обновление, смотрите, бамс. Так, давайте сейчас переведу на русский язык. И чекайте, сарая комната, за кулисами происходит какое-то рисование, секретная комната в сарае была добавлена на этой неделе. Посмотрите, сможете ли вы ее найти и попасть туда. Дальше, детские яйца. Что? Ну, короче, амбарное яйцо. В этом яйце есть новый секретный питомец. Никаких утечек, кстати, не было. Плюс увеличение шансов на питомца. Плюс 2-кратное увеличение огромного кота каракуля. Ух ты. Плюс x3 увеличение шансов на выпадение нового выпадение секретного попугая. Но, походу, есть еще какой-то другой питомец. Еще есть Doodle Shark, как Axolotl Monkey. Дальше гигантский амбарный сундук сам по себе. Так, этот сундук очень сложно сломать, понял. Дальше Doodle Hoverboard, смотрите, попробуйте заполучить новейший ховерборд. Doodle Hoverboard спрятан где-то в Doodle World. Доступен он только в хардкорном режиме. Так что, надеюсь, вы догнали. Я могу сказать то, что я вообще не играю в хардкор мире. Не знаю, если честно, чисто теоретически, я почти попал там, по-моему, в Void мир, и я вот не знаю, по сути, получается, новый Doodle мир находится в Лимбо мире. Значит, чисто теоретически, мне не обязательно проходить Axolotl мир, Cat World, еще там Пиксель мир. Мне, наверное, не обязательно. Мне надо попасть только в Лимбо мир и потом в Doodle мир. А там пройти пару локаций и найти Doodle Hoverboard. Так что я попробую, и может быть я получу этот Doodle Hoverboard. Ну, короче, может его получить только в хардкорном режиме. Но сейчас попробуем найти, может быть, место, где в обычном режиме он мог бы быть. Дальше мы снесем бесплатных подарков. Не знаю, прочитайте, потом посмотрим, что это. Неоновый питомец, кстати, это какой-то титановый питомец. Очень классно выглядит, очень круто. Такие у нас еще питомчики и изменения. Короче, так, бафт Катун Коин попадает больше в режиме хардкор. Ну, в общем, это неинтересно уже. Так, и давайте тогда прямо сейчас. Смотрите, во-первых, так, мастери. Вот этот новый мастер, где тут FreeGifts у нас. Так, видите, не грузится за Roblox. В общем, такая вот тема. Смотрите, наверное, с каждым бесплатным подарком шанс на хуга, скорее всего, будет увеличиваться. Также у нас еще вот неоново яйцо за 400 робоксов. Вот у нас прогрузилось, отлично. И здесь тоже прогрузилось. Так, и полетели смотреть новую секретную комнату. А находится она у нас вот здесь вот. Только где именно? Смотрите, ну-ка, вот здесь вот. Ешечка, нет, или же здесь она находится. Так, где она находится? Да, вот она находится, она здесь. И стоит она у нас 3,25 миллиона. Нажимаем на Ешечку и погнали смотреть, что здесь у нас такое. Офигеть, смотрите, как круто раздвинулись вот эти вот у нас штучки. Ай, Roblox вылетел, блин. Все, вообще сейчас быстренько перезайду. Итак, я снова перезашел. Кстати, несмотря на то, что Roblox плохо работает, все равно людей довольно много играет. И погнали еще раз посмотрим эту локацию. Так, деньги мы потратили, значит, скорее всего, эта штучка будет постоянно снова открываться, да? Смотрите, вот бамс. И ой-ой-ой, как же классно, как же классно. И телепортирует нас сюда. Вот, и вот такая вот у нас комната. Так, лазить, наверное, под этим штучкам нельзя, да? Ну-ка, так, бамс.
О, можно залезть, смотрите. Ну-ка, сейчас. Ну, наверное, сложно, скорее всего, будет залезть сюда. Но, в общем, немножко забраться можно. Здесь у нас должен быть сундучок. И вот у нас яйцо, которое, кстати, не прогружается. Тут оно 340 тысяч. Здесь у нас увеличены шансы на вот этого X2. Должен быть секретный питомец. Еще секретный питомец Doodle Parrot. И вот такие тут у нас еще пэтики есть. В общем, более усиленное яйцо, чем последнее. Так. Здесь у нас ничего не появляется. Так, в общем, полетели вот сюда. Так, там у нас будет скоро. Вот, смотрите, о, даже таймер появился. 6, не 23 часа. У нас появится новая локация с новыми питомцами. На самом деле это все. По сути, я вам все показал. Это было все обновление. А, кстати, насчет ховерборда. Ну-ка, смотрите, вот вообще у нас секретные комнаты в Doodle, ну, вообще во всех мирах, да, они были, показывались как бы как под замочком, скажем так, да. Их можно было... Почему я не могу двигаться? А, потому что у меня не прогрузилось ничего, я понял. В общем, у нас все показывалось под замочком, и туда можно было только попасть через хардкор мир. Не знаю, может быть, сейчас где-то, если мы тут пролетим аккуратненько, может быть, я где-то... Ой. Нифига. Нифига. Нифига, что я нашел. Так, а телепортнуться я смогу? Ну-ка. Телепортните меня. Здесь нельзя рассетаться, что мне делать? Мне придется перезаходить, да? А у меня даже ничего не работает, смотрите. Ну-ка. А, вообще ничего не работает. В общем, ладно, ребята. С вами был, как всегда, Цезарь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосики, пишите комментарии. О, нет, сейчас, возможно, даже еще рассетнусь. Участвуйте в розыгрыше, там лайкосики, подписывайтесь, комментарии с вашим ником от Роблокса. Чем больше комментов, тем больше шансов на победу. Нет, я не рассетуюсь. Ну и ладно. В общем, мы с вами посмотрели все новое обновление. Если я найду, где находится ховерборд или как его получить, я вам обязательно покажу. Ну и, в принципе, все. Всем желаю удачи, всем хорошего настроения и до скорой встречи в новом видосике. Все, ребята, всем пока-пока.